Итак, возвращаемся в Моровинд. Разобрался я с показателями скорости. Выглядит это теперь вот так. Надо зайти в храм будет. Ой, в храм. К алтарю. Поправить характеристики. Итак, к чему нам надо вернуться? Что у нас тут? Так. Убить двоих. Мы убили их, мы их убили. Судя по всему, да, все у нас дома. Вернее, это самое. Так, а пометка у нас где стоит? Давайте посмотрим. Так, пометка у меня стоит. Где это я? А, я у этих братьев дома. Все, тут у нас все обшмонал я. Тут ничего нет. Тут я все забрал. Тут я все забрал. Мешки все пустые. Блин, тут ловушка. Так, ну все, надо выходить, наверное. Так, ФПС я включу. Да, все, меня никто не трогает, штрафов у меня никаких нет. Да, ноль. Надо возвращаться домой. Вернемся домой. Я сразу выложу все. Чтобы мне оно не мешало. Так. Вычурный пояс сюда. Колечки сюда. Амулетик сюда. Не знаю, черепок. Пусть здесь лежит. Так, это у меня есть. Так, все, банки ничего не надо. Так, по алхимии. Алхимию, так, у меня еще и пепельные статуи здесь. Поставлю я ее сюда, пусть здесь стоит. Так, по поводу... Так, мечи. О, у меня тут есть стекляшки уже. Мы короткие. Давайте скинем сюда. По одному. Вот так вот. И стеклянный. Еще один. Паралич. Отравление. Это просто клинок. Это отнять здоровье. Так, все. Что еще? Адамантийский. Ни хрена себе. А где адамантовые доспехи у нас? Вот они. Адамантия. Положу сюда. Так, по поводу колец. Всех колец. Так, вызов духа предков. Сюда. Это сюда. Это пусть будет. Телекинез пусть будет. Хождение по воде. Хамелеон. Так, божественное вмешательство. Это все мое. Мое. И амсиви. Дротик выложу, да? Метательное у меня тут. Да, резной бонитовый дротик. 2000 он стоит.
Неплохо, неплохо. А это у меня записка Дрена. Записка Дрена, записка Дрена. Пусть пока лежит в инвентаре у меня. Все. Так, ну это Джиму Стейси сдавать. Надо теперь идти, да? Пойдемте. Давайте на Сахатом. На Сахатом. Так, путешествие Вивек. Не кряхти. А я уже и забыл, где этот джим стоит. Вот я, блин. Портал чужеземцев в книжном магазине. Или в округе Святого Омса. Магазин. Или в округе Святого Делинга. Магазин. Так, Джабаши. В каналах. Портал чужеземцев. В подвале книжного магазина. Синий Флин. А где это Синий Флин? Я уже и забыл. Столько времени прошло. Это верхний пояс, черный шал, чужеземцы. Мастер оружейник, откуда тут взялся аптекарь. Гей зачарователь. Так, где там никто не живет? Расскажите еще о вашем деле. Гробница. Что-то бред какой-то. Вам не кажется? Опа. А вот алтарь имперского культа. Так он мне ни хрена не помогает. Я сдох. Вот я придурок-то, а? Блин. Почему я сдох-то? Я так и не понял. Я так и не понял. От чего я помер? Говори. Забыл сохраниться. Самое главное это. Ну-ка. Почему я от алтаря-то сдох? Хорошо. Опять скорость растет. Ну а
шаг ничего, сила воли. Все, теперь нормально. А почему я первый раз-то сдох? Блин. Ординатор, твою мать. Иди на место. Портниха. Торговка. Расскажи. Гробница. Вот он, Симон, надо в другую сторону. Проходи. Вот так вот. F5. Пометка. F5. Так, тебе удалось избавиться от братьев Йеннетов? Нет проблем. Хорошая работа. Так, так, да. Однако гильдия бойцов все еще является проблемой. О, я нашел кольцо, которое тебе может понравиться. Теневого облика. Что это за кольцо такое? Миллион очень рад. 15. Вам да, что-нибудь нужно? Сиди, молчи. Так. Повышение. Так, нет. Еще Блакмар есть? А, надо перчатки надеть. Заставляет меня. Оставайся столько, сколько хочешь. Мне очень приятно говорить с тобой. Так, теперь так же хорошо, как я знаю, что должны делать Голдман. Я доверяю вашему суждению. Так, ну тут все, работа. А, Жоринг, жесткосердечный жив. Ну, сейчас мы его уделаем. Вы уже убили Жоринга, Допинг.нет. Что? Вы новый гильдмастер гильдии бойцов? О, какая удача! Не сомневаюсь, что под вашим руководством обе гильдии будут процветать. Поскольку вы спасли гильдию воров Ундерфелла, думаю, вы этого заслужили. Да, это ключ скелета, лучшая отмычка из всех, когда-либо созданных. Она мне подвернулась Хаммерфелле. Используйте ее разум, а теперь у меня есть новая работа. Давайте. Так, на самом деле это последнее задание, которое я тебе даю. Позаботься о гильдии. Ты вершил великие дела. Теперь, когда ты здесь, я вполне могу позволить себе небольшой отпуск. Ну все, иди. Вернусь в НФЛ. Так, навещу. Семью, одному изучению, гильдия находится под двоим началом. В пяточке. Так, 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 так. Мастер гильдии воров. И прикиньте, у меня... А, ну это сила воли. Я что-то это самое, постоянно на нее. И что, теперь... Работы нет? Работы нет. Итак, закончили, я так понял, на гильдию воров. Ты мне что скажешь? Ничего не скажешь. Че ты там кряхтишь? Все. Ну, этот закрыт, это закрыт. Этот закрыт, пусть будет закрыт. Мы потом откроем, если надо будет. Когда я начну уничтожать этот мир в конце прохождения, я вынесу вообще все, так что воровской чести. У меня такой книги нет, скорее всего. Хорошо, что у нас еще в заданиях висит? Извиняюсь. Но у нас тут крепость Халаалу. Давайте мы будем развивать дальше дом Хлаалу. Так, а я в доме Хлаалу кто? Да я почти никто, отец дома. Одного 7 значения, других 25.
Красноречие, короткие, легкие, безопасность. У меня 81 аж. Ну, пойдемте. Значит, сейчас по поводу крепости узнаем. Хотя, вряд ли он ничего скажет, потому что крепость забагована у меня. Завершено. Приходите к району, нужна крепость достойного советника дома Хлауэ. Вам эта земля подходит. Заданий никаких. Скрасим курень и дерим орехи. Ищите что-нибудь особенное? Так, ну это к Пурио надо идти, да? Опять туда. Ну, допустим, я сейчас сбегаю и узнаю. Зачем идти пешком? Что, вроде я на него все выполнил. Как и еды на орете, я все выполнил. Сейчас мы это проверим. Так, это ростовщик. Курил здесь. Видел, я летаю, да? Дверь закрыта. Привет. Приятно познакомиться. Найдется дело. Вот оно что. Что-то тут терки, да, какие-то? Крепость без разрешения герцога. Так, урок лорду Ридорана, Бандан Индарису. И убейте лорда крепости. А я бы сначала на Ридоран поработал бы. Это кто? Он портанулся прямо ко мне. Почему-то. Вот еще один. То ли глюк, то ли что-то это. Я не хочу пока убивать никого. С удовольствием. Он подождет. Прошу вас, продолжайте. Я весь внимание. Пока я... Давайте так сделаем. Я сейчас пойду работать над дом Ридором. Тогда уж. Вот, а если пересечется с ним, то я Привет. Вернусь к Курио. Приятно познакомиться. Я вернусь к Курио и поговорю с ним. Я с ним поговорю насчет этого задания, потому что я пока не хочу. Я хочу пока над дом Ридором тогда поработать. Горожане. Я да, чувствую, да, горожане. Что за мной кто-то.
Можешь говорить. Чешем Вальдрум. Вальдрум Балмара. Куда хотите отправить? Вальдрум меня, пожалуйста. Вальдрум. 13 золотых он с меня берет. Куда хотите отправить? А гильдия магов дешевле. По девяточке, по-моему, там. И по восьмерочке. О, господи. Скорость. Если так будешь расти. Пойдем к Неминде. Сохранюсь перед ней. Что она мне скажет? Ты готов к новому заданию? Я готов. Друлен Фален попросила нас помочь ей. Она говорит, что грязикрябы причиняют беспокойство ее стадам гуаров. Это как? Поговори с Друлен Фален. Его стадо гуаров к западу отсюда. Сразу за холмом. Она тебе больше расскажет. Кто такая Друлен Фален? Хорошо. Мне нравится то, что я вижу. Давайте пометку. Пометка, пометка. Вот она. К западу от Альдруна. Да, сейчас выйдем, почитаем, уточним, что там. Так, смотрим. Идти по дороге в Гнисис. Это вот тут вот выйти надо, да? Опа, такой постамент. По дороге в Гнисис. Я так понял, это дорога в Гнисис. Потому что это Морган. Надо идти по дороге в Гнисис, пойти налево на развилке. Спасутся на запад от Альдруна. Может просто на запад идти? Это гончие. Я что-то пока не вижу никаких стадов. Стада гуаров. Это я уже добрался севернее. Где-то здесь сейчас я найду. Вон какой-то чел. О, а это не этот ли самый? Ну, значит, больше нет пора. Когда чары спадут, хисин, дип, рай, полет, чудо кровь. Ай, гнусный ведьма напал на него, а теперь я прикован к этому месту. Она взяла ведьмину сушь, глупая баба. Я сопровождал ее, она такая большая женщина, красивая, так. Заколдовала меня голым. Так, не вернусь, кишки по деревьям развешу. Я могу помочь тебе, я найду для тебя зелье, излечивающее парализацию. Излечить заклинанием.
Те заклятия, которые смогут их болезни, с какой-то фокусом. Давай свое хуже, чем А что у меня есть? А что мне надо? Какое мне заклинание надо? Это восстановление. Перо. Может, противоядие на него постануть? Оно на кого? Касание. Зелье от обычных недугов. Ха-ха-ха. Мне лечение недугов надо. Ну, у меня такого ничего сейчас нет. Так, стой тут. Никуда не уходи. Тугаров не видел? Я когда гуаров налью, я вернусь, парень. Мне гуары нужны. Я не вижу никого. Это еще кто такой? Друг? Достал рубашки, это хорошие, конечно, рубашки, портнихи. Доставлю. Еще один квест взял. Это похоже на Скайрим начинает напоминать. Так, давайте как сделаем. Я сейчас, чтобы не искать этих гуаров. Миллионов раз. Я сейчас зайду на сайт, посмотрю, где эти гуары тусуются. Так, дом Редоран нам нужен, да? Так. Хижина, да? Ага, просто идти на запад. Где-то вот тут, вот они. Хижина там должна стоять. Хрена тут гонщик. Вас кто развел-то? Эй. Где-то тут должна быть хижина. Я что-то не вижу. А, о. Я, кажется, нашел. Во, точно. А где тетка-то? Денежки лежат. Ящик запер. Что у нее в ящичке?
Монетки. А, она вон она. Говори, ужасно грязегрядный. Так. Продавать не надо. Юго-запад. Ну туда мне надо идти. Бери свою жалкую книжку. Грязекрябы и труп гуара там должен быть. Сейчас сгоняю, посмотрю. Ага, нашел, вот он. Все. Крабогрязев я убил. Давай, 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 рахит. Ты чё? Рахит. Так. Где-то вот тут она. Она у нее огонек горит. Труба прям. Так, давай, давай, давай. Что ты хочешь? Я убил злобных. Да, вон мертвы. Немного халькову. Ну давай. Вот что я могу, давай. А. Мать, ты это самое. Береги себя. Погнали в город. А, ну тут проще можно будет. Я же пометочку поставил. Да, я разобрался. Кто-нибудь доставил зелье исцеления болезни? Вири туда. Альвилотти. Это наверху. На северо-западе, короче. Теперь... Мне нравится то, что я вижу. Да, молодец. Мне нужно зелье излечения недугов или магию. Давайте в гильдию магов сейчас. Мужичка того расколдовать. И рубашки мне надо не забыть сейчас вернуть. Так, ребятки. Клеймо Зенитара. Обед Зенитару. Не это хотите немного такое? Потратиться? Я вам много чего покажу. Что ты мне покажешь? Надеюсь, не задница. Ну-ка. Это большая. Твою налево. Кому там эти рубашки надо отдать? Так. Рубашки. Биваль тени ран. А теперь эту биваль искать. Где вот ее искать? Биваль тени ран. Биваль тени ран. Содиус
убивайте Миран. Чертова игра. Может быть, она в этом под Скаром. Убивает Мирам. Здесь вот это. Так, это алхимик, билеты. Вот он убивает. Привет. Рубашки. А, в принципе, рубашки чудесно. Он их сошьет просто идеально. Спасибо вам за помощь. Пояс железной воли. Очень рада знакомству. А чё за клеймо-то у меня? Откуда оно? Думаю, мы можем поговорить. Привет. Кто меня заклеймил-то? Клеймо Зенитара. Ты чё за шутки-то такие? Стой. Во. Мне надо лечение. А это мне, наверное, в храм лучше, да? Давайте-ка в храм. Не хотите? Не... До свидания. Тук-тук-тук-тук-тук, да, стой. Что вам нужно? Нет. Так, давайте слева, тут никого. Тут вот теточка еще торговать с зачарованием не надо. Заклинание. Сопротивление. Излечить морву я возьму на всякий случай. Милосевика, милосевика. Так, у него ни хрена нет. Привет. Убеждение. Продолжайте. Чего? Я слушаю. Жиличество. Слова-то какие. Так. Тут ничего. Опа, опа, опа. Утешение молитвы. Вам что-нибудь нужно? Да, то, что мне нужно. Я думал, камень душ. Давайте наверху посмотрим. Так, тут никого. А, они обе здесь. Заклинание. Исцеление я уже что-то вижу. Обычную болезнь. Святое слово. Излечить паралич на себя. Обычную морову. Да, что вам нужно? Да. Что? Тебе нужно. А может, зелье какое, да? Нам же все равно какое. Это я что-то... Болезнь. Моровую. А мне недугов надо, да? Ну-ка. Мне излечение недугов надо. Ах. Задал он мне. Ага, это картачится. Говорит, ты еще могу слабоват. Так, ребятушки. Хрена, у меня уже скорость 180. Это что такое? Могу я что-нибудь для тебя сделать? Свитки моровые.
ловкость, характеристику, пометка, заключение, обычная болезнь. Так, как там в журнале? Ой, сейчас еще время на него потеряю. Поперли. У меня денег сколько? 8 тысяч. Не фонтан. Просто я к тому, что пока мы далеко не ушли. Так, вот это я смотрел. Пока далеко не ушли, и не забыл я об этом. Чё-то там немного. Тут никого. Ты ничего не продаешь. Тут никого. Да перепрыгни ты. У алхимика ни хрена нет. Это большая честь. Поделись своими. Отвали. Богатство. Да, я слушаю. Да, это... ни хрена нет. Эх, 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 эх. Должна сказать, в данный момент ты меня очень интересуешь. Вали, дурочка. Продолжай. Призыв, призыв, призыв. Сопротивление. Призыв, паралич, травление, отнять параметр. Отнять параметр. Как здорово! Да вообще добро не говори. Пожаловать. Щит молнии, хождение, усмирить, чарование, уязвимости. Щит. Тепло, привет. Тепло, тепло. Хотите приобрести заклинание? Да у тебя там нет ничего. Усмирить, восстановить сопротивление. Развеять. Пятое противоядие. На себя. Излечить обычную болезнь. Мне какое-то зелье с сопротивлением недугом надо. Излечить паралич. Хорошо. Противоядие. Хорошо. Собака. Паралич. Противоядие. Предложить. Добро пожаловать. Пусть боги всегда хранят тебя. Так, секундочку. Мне тут звонят, как всегда. Так, продолжаем. Зелье лечения обычных болезней. Излечить обычную болезнь. Все, у меня есть. По-хорошему, там надо было поставить пометку около него. Ну, я попробую его быстренько найти. Далеко он не мог убежать. Да куда он убежит? Он же парализован. Сейчас просто попробую дойти до него. И отдать ему зелье. Блин, ночью? Ну ладно. Где-то на западе он тусует, да? Да. Это что такое?
А это что такое? Гробница. Гробница. Теперь искать его где-то там. Я шел так, потом пошел вот сюда. Вон он стоит. Мужик, мужик. Так, сейчас сохранюсь. В трусах стоит. Зелье. Во. Ледяная шапка. Ха-ха, я посажу ее на кол. Ты бы оделся, брат. Ледяная шапка, во. Сопротивление холода. Ну, блин, с постоянным эффектом. Ну, я эту шапку положу. Знаешь? Так. Ты доставил зелье? Да нет, я не доставил, это конечно. Альвелоти. Вот куда мне. Мне до хула надо добраться. Мне надо в хулу. Она еще говорит, надо на него будет поработать, да? Ну сейчас сгоняем, узнаем, что он хочет. Отвези, друг, отвези. Фу! Сразу прям. Отлично. Для вас мы организуем. А в Альвелоте нет у тебя дороги? Дороги нет в Альвелоте. Хорошо. Дойдем пешком. Мы дойдем пешком. Какая-то гробница или что это? Гробница. Ты где? Да, ничего у тебя нет. Ладно. Идем дальше. Еще мышка. Заберем все. Так, напасть никто не хочет. А вон Альвелоти. Я уже вижу башню сторожевую. Так, тут можно пролезть? Можно. Так, и куда нам? Так, дом Ридоран. Тельдину Вириту. Аванпост. Аванпост. Я чувствую, что за мной кто-то наблюдает. Так, тут никого? Могу я. Да, я бы сказал, что ты можешь сделать, но промолчу. Приветствую вот, тебя. Кажется, я тебя слышал раньше. Зелье болезни. Вы здесь, чтобы достать зелье? Да, вы достали. Хорошо, так где же оно? Твою мать, я его потратил на этого придурка. Ё-моё.
Братан, эх, а где теперь мне это зелье искать? Давайте-ка, знаете как, сейчас сделаем, домой сгоняем. Может, у меня есть такое зелье? Ой, водное дыхание. Так, секунду, опять кто-то мне звонит. Так, продолжаем. Какие-то дикие люди звонят. Так. Отражение, магия, хамелеон, перо. Сопротивление. Мне надо излечить паралич, не то, противоядное. Излечить обычную болезнь. Вот. Есть такое дело. Так, ну раз мы здесь, давайте сделаем все, что мы хотели сделать в тот раз. Так, ну и статую я сюда же поставлю. Вот. Короче, звонит мне какая-то баба в очередной раз. И говорит, ой, нам данные поступили. Типа, у вас там окна стоят более 2 лет. Я говорю, какие нахрен данные, говорю. Вы, говорю, охренели, что ли? И она мне в ответ, да пошел ты! Мантии, куда мне их складировать? Я сюда положу. Блин, люди вообще... Так, здесь магическое, здесь простое. Давайте выйдем сюда. Это что? Ключ скелета. А, это вот эта отмычка, которая никогда не ломается. Но я истрачу, когда все отмычки свои. Я им воспользуюсь. Так. Пояс. Сюда. Колечко. Вот это хамелеон сюда. Духа предков сюда. Это сюда. Перо. Телекинез. Это я оставлю. Мне более-менее оно все сгодится. Так. Мечи. Стекло. Стекло. Выкладываю, значит, стекло. У меня их 2 меча таких. Так. Стекло. Стекло. Адамантин средний. Вот сюда. Адамантиновая средняя сюда. Так что и шапку. Ледяная шапка. Манекенов тут, конечно, много, но мне их не хватает. Я сейчас куда-куда растерялся, вот сюда. Куда-нибудь вот сюда буду вешать. Экипировать. Во, пусть здесь висит шапка в пяточке. Так, я все выложу. Так, молотки. Все, пусть будет. Отмышки, шипы. Ладно, это хрен с ним, пусть все валяется. Возврат. Приветствую тебя. Кажется, я тебя слышал раньше. Держи зелье. Хорошо. Потом позже у меня будет еще работа для вас. Не сейчас, может быть, через несколько дней. Не забудь сказать Неминде, что тебе удалось доставить зелье. Так, сейчас я возьму ручку и запишу. У меня уже, блин, здесь... Так, это что-то... Ага, записано, это не надо. Тельдин верит. Тельдин верит. Аванпост. Альдвелоти.
вот так вот запишу. Все. Возвращаемся в Альдрун. Через дом рванем. Потому что так быстрее. Блин, у меня скорость опять бешено выросла. Но еще не так бешено, конечно. По поводу навыков. У меня было 776. Я просто воспользовался консолью и скинул. Скинул это значение, потому что, ну... Во-первых, просто неудобно играть. Он даже пешком неспешно носится как ненормальный. И так вот уже быстро и куда уж быстрее. Так, Неминда, я донес зелье. Хорошая работа, доставили зелье. Когда будет готово к дальнейшему, я готов. Один торговец, Редоран, исчез. Мне нужно, чтобы кто-нибудь нашел Матисса. Матисс Делабар, это торговец, который проходит через Альдрун практически каждый месяц. Скорее всего, он отправится в Морган или Гнизис. Расспросите людей в Моргане. Не знают ли, что с ним промешу. Так. Хорошо, это мать. Это мне очень приятно. Хорошо, мать, хорошо. Так, пометка. Я сразу помечу здесь. Я вас наметил тут. Так, с пяточкой. Так, Моарган, Моарган, Моарган. Давайте, Моарган. Опа, опа. Через двоих перепрыгнул. Так, Моарган. Где у меня Моарган-то? А, Сахатый нужен. Нужен Сахатый. Для вас мы организуем специальный тур за туром. Зачем это? Говорит, расспроси жителей. Из Керадила. Ты, наверное, найдешь его в Эбингарде. Он там проходит инспекцию. Тебе что-то нужно? В Эбингарде. Куда хотите отправиться? Для вас мы организуем специальный тур за то. В Эбингарде проходит для инспекция. Мы... Житель, ну, но стражник сразу сказал, где он тусит. Друган, отвези меня в Эбингард. Инспекцию он проходит там. Понимаешь ли, инспекцию проходит. Эй, стой. Привет, друг. Он не знает ничего про него. Я тут не знаю. Я все в порядке. Добро пожаловать. Ты в хорошей компании, добро пожаловать. А плюс, Матиус, мне кажется, он был где-то на стене. Да. На стене, на стене. На какой на стене? А где у вас стена? Это стена? Вон стена еще. Как вот думаете, он стоит. Будет дождик. Что-то насчет темного братства, ты говоришь, он повышается на тебя. Да мне не надо. Матисса, Далабара. Какой... Блин. Я слушаю. А идите вы все.
Завели меня обманом. Друган. Короткий тур, длительное путешествие, выбор. Короткий тур, мне. Короткий тур. Да, короткий. Все. Я не про того спросил. Ой, блин. Для вас мы организуем специальный тур за ту же цену. Зачем идти пешком, когда можно ехать верхом? Куда хотите? Как его еще раз зовут? Матис Далобар. Матис Далобар. Матис Далобар. Матис. А этот Матис. Матис Далобар. Может, попал в пепельную бурю? Что там? Это несколько дней назад. И что? Можешь говорить. Так. Это начинает мне нравиться. Хоть убей, не помню, где он. Да беги ты быстрее. Это кто такой? Эй, друг. Что вы хотели, Нордлинг? Что тебе помочь? Да здоровяка, но потерялся. Вот лучше, чтобы сосетим, вот мы с помощью вот доберемся до места. Достаточно быстро. Сразу поломишь, нужно успеть посетить еще много мест. Нагадаться у здоровяка в пещере Куала в течение 2 дней. Ой, а если я откажусь? Это аж на западном берегу. К югу от Гнисиса. Если мы пойдем на запад, потом к югу. Так, я здесь сохранюсь. Давайте на этом прервемся. Спасибо, что смотрели. Мы продолжим в следующей серии. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. До новых встреч. Всем пока.